Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это нежнейший плед. Посмотрите, с домашними питомцами, которых мы так любим, обожаем. И готовы ласкать, обнимать, тискаться с ними ежедневно. Итак, встречайте, плед «Добрая сказка». Представит нам его Юлия Колосова. С удовольствием это сделаю. Это наша специальная коллекция. Вы знаете, в следующем году очень популярным будет именно вот такое украшение для дома. Анималистичная тема «Добрая», которая располагает нас к обстановке уюта. Здесь у нас и домашние животные, которых мы любим, приятная пастельная гамма. Ну и это еще не все. Главные тренды по оттенкам я для вас собрала. Значит, ваш дом будет не только уютным, но и современным. Конечно, обращаем внимание и на материалы. И сегодня это особенные материалы. Посмотрите, какая густота, какая плотность у роскошного волсуфта. Вы только посмотрите, это же качество. Ну и качество здесь, качество мы тоже не ограничиваем. Уют и тепло вы подарите себе вместе с пледом «Добрая сказка». Это уникальная двусторонняя фактура, которая вас согреет, поможет вашему здоровью. И будет вам тепло и приятно находиться под таким пледом просто 24 часа в сутки. И вы выберете сегодня себе самый лучший подарок. Положите его под елочку. Ой, какие собачки вы. Это далматинец. Смотрите, у нас здесь есть и корги, у нас здесь есть и бульдоги. Но посмотрите, сколько чудесных зверушек у нас расположено на нашем пледе. И это еще не все. У нас два цвета на выбор. Серый с собачками, а вот синий с рыбками. Какая прелесть. Итак, друзья, цена действует только сегодня. А размеры односпальный, полутораспальный, двуспальный и евро. Кстати, я помню, когда этот плед впервые появился на нашем телеканале, ну, сразу было понятно, что это будущий бестселлер, хит продаж. За один эфир было продано более 800 пледов. Вот сегодня, это результат. Сегодня в преддверии Нового года это настоящий подарок. Это главное предложение только одного дня. Звоните и заказывайте. Ты знаешь, я эти пледы сегодня тоже обязательно возьму в детскую комнату. Мы через два месяца, я думаю, точно уже переедем. Кровати уже готовы в наш интерьер детский. И теперь пледов вот только не хватает, чтобы кровати застилать после сна. Оленька, хорошее решение. Конечно, ребенку любому будет приятнее засыпать в такой обстановке, в обстановке друзей. Но я хочу сказать, мы не ограничиваемся детской комнатой. Вот такие приятные мультяшные принты будут очень популярны именно в следующем году. Мы все устали от проблем. И нужно немножечко жизнь свою разбавить. Пустить в нее сказку. Именно поэтому сегодня у нас вот такие приятные, добрые принты. Посмотрите, и собачки, и рыбки, которые будут поднимать настроение не только вашим малышам, но и вам самим. А рыбкам мы вообще загадаем желание. Найдем золотую сейчас, она здесь тоже плавает в нашем аквариуме. И обязательно загадаем желание. И я уверена, все желания, которые вы загадаете в новогоднюю ночь, укутавшись этим уютным пледом, обязательно сбудутся. Слушай, а вот скажи, только ли в детскую комнату ты порекомендуешь эти пледы? Или взрослым тоже рекомендовано? Конечно, это элегантный элемент декора. Сочный, яркий, позитивный. Поэтому, ну, мы все же в душе дети. Конечно. Обязательно в гостиную, в спальню, во взрослые комнаты, на подарки. Я думаю, что и уверена, что сегодня сделают все именно так. Я уже вижу, как вы на новогодних праздниках, сидя на диване, будете укутываться в этот нежнейший плед, чувствовать себя прям настоящим ребенком. Это так приятно, когда тебя кто-то обнимает, кто-то о тебе заботится. Дорогие телезрители, это то, что нам необходимо. Теплый, нежный и очень-очень позитивный, который окунает нас в детство. Все будет зависеть от того, какой размер вы сегодня возьмете. Односпальный, полутораспальный, евро и двуспальный тоже размер у нас есть. Ты знаешь, вот мамочка у меня сейчас, она мучается с плечом, у нее суставом что-то происходит, все никак до ревматолога доехать не можем. И вот она какими только мазями не мажет, вечно шерсть сюда прикладывает, чтобы потеплее было. Слушай, если мы подарить вот ей такой плед, может ли он ее согревать? Я смотрю, здесь прям вот на овечку очень похоже внутренняя составляющая. Да, Оленька, это наша здоровье. И сейчас мы, в общем-то, всегда думаем о нем, потому что во времени в сложном живем, поэтому любой текстиль, особенно такой приятный, теплый и уютный, может помочь немножечко сохранить нам здоровье. Я, например, простудила гланды, тоже укрылась этим пледом, и мамочке своей порекомендуй. Мышцы, суставы, если какие-то ревматические боли, сезонные обострения, обязательно укрывайтесь пледом «Добрая сказка», эко-мех с теплом овечьей шерсти. Он согреет, он дарит сухое тепло, разгоняет кровообращение, повышая иммунитет. И вы можете с
спать под таким пледом, как под одеялом, всю ночь, а не только проводить вечер. Ну и вторая сторона у нас тоже. Вы посмотрите, из какого густого, пушистого, мягкого, добротного волсофта. Это не только нежность, это тоже тепло, но еще у волсофта есть защитная функция. От него отлетают все шерстинки, волосинки животных. Видите, он блестящий, он мерсеризирован, особая технология. Давайте еще посмотрим его плотность. Он просто невероятно густой, а значит, прослужит вам долго. Оленька уже укутывается в эти приятные нежные объятия. Подарите их себе обязательно. Выбирайте. Да. Это эксклюзивная коллекция. Такого вы больше нигде не найдете. Посмотрите, какого качества плед. Шикарное трикотажное плетение. Потрясающая печать с модным еще и орнаментом. Давайте посмотрим. Собачки и рыбки. Два варианта у нас с вами есть. Да, это такая нежность, из которой выныривать просто не захочется. Потрогайте. Какой пушистый, нежный, теплый плед, как он будет думать о вас, согревать вас всегда. Друзья, очень нежный. И посмотрите, какая мимимишность здесь у нас присутствует. Такие хорошенькие собачки, которых так и хочется потрогать. Вот они наши. Ап-ап. Кстати, дети у меня мечтают о собаке. Вот можно им плед подарить, чтобы они гладили и говорили, все, теперь у нас есть собаки. Милашки. Их много, их выбирать даже не нужно. Здесь абсолютно разные породы. Это одна модификация. Еще у нас есть рыбки. Две модификации. Серые с собачками, либо синий с рыбами. Ну и бесплатная доставка от 3990 рублей. Она снижена. Слушай, Юлечка, скажи, как правильно ухаживать за таким пледом? Мы плед будем стирать в машинке, он быстро сохнет, он сохраняет свой цвет и форму. Мне это очень нравится. Этот плед вы будете использовать и как элемент декора на креслах, на диванах, создавая новую, обновленную, преображенную обстановку в вашем доме. Вы будете укрываться и дарить себе сухое тепло, вы будете спать как под одеялом и, конечно же, сделаете самый лучший подарок на новогодние дни вашим близким. Вы дарите нежность себе и своим близким. Чудесный плед на нашем телеканале последний раз действует самая выгодная цена.